Исполняем. Недостатки электрической энергии понемногу. Тут солнышко, время не терять, но что-то это. Вдруг тут опять тучки какие-то. И за 15 минут начался опять какой-то штормовой ветер. 11.07. Вот был штиль еще 15 минут назад. Сейчас пошли волны, накат опять. Ну не знаю, вон даже по майке видно. Колышет как. Хоть стой, хоть падай. И опять врыло главное. Но мы особо не торопились. У нас на 12 был выход. Но сейчас явно мы уже на 12 не уйдем. Сейчас будем заниматься опять бодягой. Бензин бодяжить. Попробуем поменять винт на более скоростной. Но он не опробованный, новый. Самодельно переточенный. Поэтому как раз для горной речки. Поэтому, ну, результаты испытания. Может, пойдем быстрее. Вот это для камушков, кстати, можно пакет. Для базальта. Ой, как тепло у костра и как стрёмно там стоять. Вчерашняя сразу с продутой шеей. Хочется вот сюда направо уйти. Тут хорошее место, хоть и камни крупные, но для стоянки там прям такая подковообразная лосина. Но это вот я показывал ночью стена. Она живописная, просто из мха. У нас еще каша недоеденная, хотим с собой взять. В общем, думаем. Ну что это, вот волны пошли, ветер, главное, сменился с попутного. С утра был как бы попутный, потом штиль. А сейчас опять лобовой. Что это тут такое, я не знаю. Чего ее так мотает? Чего она такая нестабильная погода? Сжигаем весь мусор. Дырявые пакеты. Не дырявые, кстати? Нормально. Тогда в это паштет мне завернуть. Вот нужен был один открытый, чтобы не сыпалось. Вот прям в этой бумаге, ага. Чтоб это полбанки паштета еще. В общем, смотрите. Тут или прыгать голодным в лодку и сваливать быстрее, короче, или сыто сидеть. Ну, натурально, Робинзонада. Я же говорил, что кино Робинзонада 2, короче. Вот она, Робинзонада 2, получается. Два Робинзона и пятница. Экипаж, елки. И Орлан вон летает. Решил проверить, свалили мы или нет. Где он там? Ушел в сторону. Мы его так шуганули, ему, конечно, далековато лететь до берега. А плавать он не умеет. Никаких островов и палок тут больше нет, где можно сесть. Но птица гордая, долетит, конечно, вон 6 километров туда, 10 в другую сторону. Ну, как бы это. Смешно, короче. Ну да, по берегу шли, мы больше намотали. Но прямым курсом мы сэкономили. Неплохо. Час как минимум сэкономили. Это 1,5 литра бензина.